Да, да, сейчас еще. Смотри, не шагай, вы оба упадете. Немножко шейки вытяните, пожалуйста. Шею вытяните. Мы поближе подойдите. Просто добрые лица, можно? Фотографа надо слушаться, как парикмахера. Туда повернет, туда и смотри. Вообще обрежет. Так, Володя, иди туда и там снимать. Идем. Ну, остальное уже сейчас расходится, чуть-чуть поснимайте.